1 января я считаю идеальным днем для того, чтобы поехать погулять в супер красивое место. Это один из самых крутых городов в Калифорнии. Он безумно красивый, там просто невероятная архитектура, природа. Сегодня обещают солнце и хорошую погоду. И я вам сейчас все покажу. Что нам ехать 1:15, и мы будем в 11:23. Я надеюсь, что он не обманет нас так, как в прошлый раз, когда мы ехали вместо 2 часов 3,5. Мы едем по 101-й трассе. Она идет от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. И виды у нас, конечно, просто прекрасные. Просто город с нереальным количеством собак здесь. Как я говорила, буквально каждый второй гуляет с собакой. Наша прогулка на старт. Мы тоже с собачкой. Я же говорю, собаки просто всюду. Запах океана, просто прекрасная погода. Всегда куча людей, но я надеюсь, что мы дождемся своего местечка. Кармель – один из самых красивых точек в Калифорнии. Здесь очень много дорогих домов, очень много дорогих машин. Смотрите, какой здесь вид! Мы обожаем это место, если у нас есть возможность, мы приезжаем. И это здесь очень много туристов. Это такое супер крутое место для путешествия. Подъемчики, спуски. На самом деле он, конечно, не весь такой холмистый, но... Вот, чтобы спуститься к пляжу и потом подняться к даунтауну, нужно прям преодолеть. 1 января в Калифорнии. Всюду посмотрите, как все зелено. Жизнь. Жестянка, сели в банках, есть салаты. На самом деле, просто кто-то же должен доедать салаты после Нового года. Ай, какие вкусные. Я вчера стругала салатики. Просто объедение. Я, кстати, очень удивлена, что здесь еще есть вообще хоть какое-то упоминание Нового года, 1 января. Потому что обычно американцы все снимают еще 26 декабря, сразу же после Рождества. Здесь огромное количество картинных галерей. Это в плане искусства очень крутой город. В Кармеле есть магазин, который на протяжении целого года продает только елочные новогодние игрушки. Здесь очень большое количество всяких вот таких вот классных тайных и нетайных улочек, мест. Магазин, в котором одни носки. Это просто носочная кармельская. Класс. А, еще трусы. Ой, смотрите, турецкий магазин. Да-да-да. Для тех, кто, кстати, хочет все-таки вкусно поесть в Кармеле, в прошлый раз мы были в этом заведении, в позапрошлый раз в Энзо. Это тоже итальянская кухня. Нам очень понравилось.
Очень приятные были официанты. Вот такая у них красивая есть терраса. Очень советуем. Мы даже не знаем, что там, но Лёша побежал на запах. Невероятно красивый город. Я совершенно не удивлена, что летом здесь все отдыхают, приезжают. Еще он известен и популярен, например, своими необычными законами. Ага. Один из которых, допустим, что в городе без разрешения нельзя ходить на каблуках, потому что здесь очень своеобразные тротуары, здесь выложено вот такими плиточками, покрытие с камешками, и из-за того, что было много случаев травматических, здесь запретили носить каблуки. Смотрите, здесь огромное количество бесплатных газет. Вот один, например, журнал говорит о том, что здесь, в Кармеле, совсем рядом с тем местом, где мы гуляем, Брэд Питт купил себе дом. Часто вот в таких городах лежат всякие вот типа гайды, они тоже совершенно бесплатные, что вы можете здесь увидеть. Январь в Калифорнии позволяет даже снять куртку и ходить в майках. Ребята, сегодня до 1 января просто невероятное солнце. Я сижу здесь на солнышке в черных штанах, и у меня прям припекает. Короче, очень вкусный кофе, но за три... Подожди, что у нас? Латте, мокко и горячий шоколад. $17. Еще один забавный факт про Кармель. Здесь вообще нет адресов и улиц. И все дома, когда вы пытаетесь здесь что-то найти, здесь все сделано именно для того, чтобы исследовать, то в основном здесь ориентируются по каким-то самым известным местам, самым популярным, допустим, там, пятый дом по такой-то улице, или там, пройдите за угол от такого-то здания. Короче, мы нашли какую-то секретную точку. Ну, в смысле, не мы, а кое-кто нашел. Я нашел. Ты видишь, что это бамбук растет слева? Ух ты! Класс. Что это? Понюхай, обалденно. Свечи. Слушай, давай домой купим, вкусно пахнет. Короче, мы хотели попробовать поесть пиццу, но мне кажется, я сомневаюсь, что мы ее сможем поесть, потому что смотрите, какая очередь образовалась буквально за 10 минут, пока мы отошли в тот самый Secret Garden. Заходим. Смотрите, какой там классный домик, в котором можно посидеть внутри. Короче, внутри в целом очень уютно, но места очень мало. Буквально каждый сидит на голове друг у друга. Леша, что мы будем заказывать? Маргариту. Маргариту. Так, наша пицца прибыла. Грибная с трюфелем и просто маргарита. За две пиццы мы отдали и аффогато. Короче, $63, ну плюс 20% чаевых. И привет аффогато. Ну как? Короче, мы немножко засиделись в кафе, но я упорно пытаюсь успеть проводить закат на пляже. А мы бежим с Робертом, муж с Майклом остался там позади нас, потому что он по этим склонам с коляской решил не бежать. Но мы с Робертом упорно пытаемся успеть. Я очень надеюсь, у нас меньше 10 минут. Сколько людей таких же умных, как мы, пришли на закат. Так, короче, по дороге мы заехали еще в Монтерей. Смотрите, на Canary Row. Это тоже одна из туристических улиц.
И мы с вами уже бежим за пахлавой. Сейчас я покажу вам мое любимое место, где самая вкусная пахлава в Америке, которую я пробовала. Здесь, кстати, если что, и большой выбор чая, и, я так понимаю, наверное, турецкого кофе. Турецкие наборчики тоже здесь есть. В общем, мы погуляли по Кармелю, насладились закатом, природой, погодой, архитектурой, всем. Едем домой просто в прекрасном настроении. Я надеюсь, что вам понравилось гулять с вами. Напишите в комментариях, куда бы вы еще хотели со мной съездить, что вам интересного показать.